Султан, у меня первый вопрос. Скажите, как вы узнали вот о ситуации с Маратом и как вообще реагировали, какие были эмоции на тот момент? Значит, мне позвонили знакомые и сказали, что в средствах массовой информации появилась такая информация. Ну, я, конечно, был сильно встревожен, если моего двоюродного брата обвиняют в причастности к терактам, то получается, кто я? Он проживает в Бельгии достаточно давно. Он сказал, что сам узнал буквально об этом час назад, что его в чем-то подозревает. Ему позвонил это сын, сказал, сам был в это время на работе. И сказал, сам до предела возмущен. Марат успел съездить в Бельгии в полицию, заявить, что к нему такие обвинения, в чем там дело или там в чем собака зарыта. В полицейском участке извинились и объяснили, сказали, что произошло недоразумение. Тем не менее, Марат сам не знает, откуда эта утка имела начало. Кроме того, эти братья долго с Гомеля, якобы которых вместе задержали вместе с ним, он их абсолютно знать не знает. У меня еще вопрос к вам. С кем-то уже доводилось общаться, объяснять родственникам, со знакомыми, вот что такая ситуация, что о Марате так сказали? Да, конечно, много было звонков и среди знакомых, и родственники звонили. Якобы это первая утка пошла от российских газет, потом она докатилась до Белоруссии. Вот приходится всем рассказывать, что убеждать, что это была ошибка. Обвинить это одно, потом отмываться очень тяжело. Обычно люди привыкли верить тому, что говорят. Я с ним общаюсь часто уже после этого случая, чуть ли не через каждые 2 часа. Он намерен и суд подавать, потому что эти средства, которые очернили его. Вот такая ситуация. Еще вопрос непосредственно вот к терактам, которые произошли в Брюсселе. Что сказал Марат по этому поводу? И вот как вы сами относитесь к тому, что произошло? Не только в Брюсселе. На все теракты, которые происходят и в России, и в Брюсселе, и в Франции, у нас очень бурное возмущение, нескрываемо бурное возмущение. Просто эти люди подставляют своими действиями всех мусульман. И тут не все могут разобраться, кто есть кто.